Шестое по счету московское выступление «Папа Роуч» собрало на площадке истинно ценителей творчества американских рокеров. И никакая непогода не помешала этому. Первые фанаты появились около клуба за 5 часов до начала шоу. О чем участники группы тем временем рассказывали в интервью нашей Марине Михеевой, покажем прямо сейчас. Как дела, йоу, это Джакоби и Джерри из Папа Роуч. Вы смотрите Муз ТВ, мы любим вас. Кто бы мог подумать, что татуированные бруталы и прожженные рокеры из группы Папа Роуч на самом деле милые и приветливые ребята. Скромный райдер, в котором в основном газировка и сэндвичи, одна бутылка водки в гримерке и то ради приличия, и постоянные разговоры о семье. Слава богу, есть современные технологии FaceTime и Skype. Благодаря им я могу видеть своих детей. Мы на 100% отданы музыке, сцене, группе и бизнесу. Но стоит нам оказаться дома, для нас имеет смысл только семья и больше ничего. Вокалист группы Джакоби то и дело демонстрирует свое обручальное кольцо. В этом месяце, в июле, будет уже 18 лет, как мы с моей супругой поженились. Это чума! А гитарист Джерри татушку со знаком зодиака своей суженой. Хотя позже признается, что любимое его тату все-таки скрыто от глаз посторонних. У меня есть лицо Джакоби прямо вот здесь. Потрясающе! Вы должны увидеть это. Он даже не стесняется сидеть на моем лице. Да, я хочу посмотреть. Все хотят это видеть. В России легенды рока стали уже совсем родными. Они почти каждый год дают сумасшедшие концерты, по-прежнему взрывающие зал. И обещают вернуться еще не раз. И кто знает, может, уже со своими семьями к нам пожалуют. Ведь, по словам музыкантов, их малыши совсем не прочь послушать папочек. Мои дети говорят так: «О, снова этот концерт!» А дочка Джерри вот так: «Мы любим тебя, папочка!» Так круто! Марина Михеева и Дмитрий Волков про новости.